Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Очередной объект, 30 декабря 2017 года. Вот такой домик стоит, там шлакобетон, стена, потом кирпич неизвестно какой, и утепление тоже неизвестно какое. Поэтому здесь самый тяжелый момент, это будет крепление приставного дымохода к стене. Потому что неизвестно какая стена, с чего она сделана. Несколько комплектов крепежей с собой беру, когда такие вот моменты. Где она будет выходить, труба? Это будет приставной дымоход. Выход будет под 45, сначала ровный, потом под 90 резко и тройничок. Вот в этом окне где-то будет выходить она. Крепим монтажную площадку вот в этой вот плоскости. Почему? Потому что вон там вон окно, она находится на одной линии с выходом. Поэтому, чтобы уйти в сторону от окна, будет использоваться угол 90 градусов. И потом тройник под 45 градусов. И мы пойдем в самый верх. И вверху еще два угла под 45 градусов. И выйдем вдоль свеса. Это будет более оптимальный вариант, потому что предлагался несколько вариантов. Первое — это вынести площадку монтажную на метр. И погнать дымоход, вывести его без углов 45 градусов. Ну, реально это некрасиво будет смотреться. И... мне не нравится. Я с заказчиком поговорил, он говорит, да, с тобой согласен, давай ставить углу 45 градусов. Поэтому смонтирую, покажу, что получится. Сейчас пойдем в парилочку и в парилке покажу. А, еще, этот дымоход будет использоваться для бани, для парилки. Печь банная, термофор будет стоять. 115 диаметра выход. Все, пошлите вовнутрь, покажу, что у нас в парилке сейчас находится. Вот это предполагаемая у нас парилка, и печка будет стоять вот на этом пьедестале. На этом пьедестале у нее выносная топка, заподлицо будет экранчик стоять, но будет в итоге красиво. Вот такой производитель, термофор, выставлю, вполне хорошо себе зарекомендовал. И по дымоходу скажу так, вот в это окно мы будем попадать. Выйдем, экран поставим, отверстие, противопожарный узел поставим, поэтому все увидите, сделаем. В подвальном помещении дымоход и выведем его наружу. Так, в процессе монтажа у нас следующие проблемы. Смотрите, что получается у нас. Здесь расстояние 200, а вот здесь ровненько выходил пеноплекс. Было соприкосновение пеноплекса с нержавейкой. Вот что от него осталось, сейчас вам покажу. Дальше пошел. Полностью весь его убрал, демонтировал, и уж ни в коем случае не оставляйте его, если вы попали в такую ситуацию. Демонтируйте весь изолятор, даже если здесь будет стоять минеральная вата, тоже ее убирайте, она не нужна, она может газить и вонять. Поэтому ставьте, не ленитесь, убирайте утеплитель, соприкосновение с нержавейкой ни в коем случае не должно быть. Все, я работаю дальше, когда вопросы возникать, буду вам рассказывать. Работу на улице сделали для того, чтобы заказчик спал спокойно. Я был уверен в своем результате. Сейчас проверю тягу. Одно из условий у заказчика было, что тяга работает, потому что у него две вентиляции, они работают на приточках. Сделано неправильно, поэтому есть прибор, называется аэрометр. Если монтажники занимаются профессионально, то у каждого такие вещи должны быть. А теперь смотрите, вот это результат моей работы. Тяга в районе 0,72 метров в секунду. Поэтому я своей работой доволен. Она получилась супер, результат есть. Поэтому конец года, сегодня 31 декабря, 30-го не закончил. Запущу этот объект, проверим мы его. Ну и я буду спать спокойно, и заказчик. Все, отлично. Обязательно тягу должны проверять. Ни спичкой, ни бумагой. А есть приборы, 21 век все-таки. По термофорам обзоров очень много. Единственное, один из конкурентных преимуществ, то, что сюда закладывается вот в этот барабан, плохо видно его, по-моему, две упаковки камней.
И производитель говорит о том, что получается мелкодиспенсионный пар. Вполне возможно, не буду спорить, поэтому я не парился с ней. Ну, печка рабочая. Не было бы она рабочая, нам не продавалась бы, не была бы так известна. Поэтому термофор, бренд узнаваем. И здесь вопросов не возникает. Обзоров очень много, в интернете найдете. А здесь я по дымоходу расскажу. Поставил 25 сантиметров, потом угол 45 градусов. Вставочка 90, и мы вошли вот в такое окно, которое раньше было на этом месте. Экран поставил, и экран дополнительно потом заложится полностью по всей длине, вернее по всей высоте, камнем рваным. И будет красиво. Будет красиво, аккуратно. Тяга есть. Условия заказчика я выполнил, потому что он волновался и обратился ко мне в первую очередь из-за того, что ему не давали гарантию, не давали договор на монтаж, что тяга будет. Я не побоялся, я знаю, что посчитал все, что все будет окей у него. Поэтому по договору работаю. И здесь мне спокойнее, и заказчику спокойнее. Он уверен в том, что работа выполнена корректно, четко, никаких вопросов. Обратите внимание, вот эта шиберная заслонка. Она сделана длинная, объясняю почему. Сюда еще станет корзина, сетка для камней. И эта ручка будет выходить из корзины. Это будет красиво, удобно. Шибер здесь обязательно нужен, потому что тяга в районе 0,7-0,8 метров в секунду. Это довольно большой поток воздуха будет выходить. Все классно. Единственное, что да, здесь у нас все по уровню стоит от стенки расстояние. Ну и до самого верху. Угол 90 вошли, толщина 1 мм, используется 430-я марка стали. И врезались мы в утепленный дымоход. Классно, когда есть возможность поставить вместо вот этой вот заглушки, насадку, нижнюю. Но здесь ее не было возможности, поэтому я поставил заглушку через заклепочку, чтобы все стояло. Сэндвич труба 115 на 200, 1 мм, 0,5 снаружи с армированным утеплителем Rockwired Mat. Очень большое преимущество, что сегодня я объект сдал, и сегодня уже можно париться. Если было бы здесь все готово в этом помещении, то спокойно можно было запускать дымоход, не волноваться о том, что герметик засохнет, не засохнет. Но герметики тоже, когда холодно, могут 3-4 суток застывать. Поэтому приставной дымоход – это самый лучший дымоход. Кто хочет со мной поспорить, давайте, потягаемся. Ну, дымоход должен стоять отдельно, а печка отдельно. Поэтому вы в любой момент можете печку поменять, поставить, а дымоход он будет стоять ровненько, четко, ни влево, ни вправо. Поэтому если надо прочистить горизонтальный участок, пожалуйста, чистим. Убираем вот этот угол 90, сдвигаем его в сторону. Вот этот угол 90 мы сдвигаем в сторону. И горизонтальный участок, именно в данном случае 800 мм, вы просто прочищаете. Либо печник. Первый вариант. И второй вариант, то, что дымоход должен обязательно быть обслуживаемый. Печку поменяли хорошо, обслуживаемый дымоход это еще лучше. Если делаете насадной дымоход, то здесь куча проблем, с чисткой проблемы, с демонтажом проблемы. Вы режете несколько перекрытий, потолок, кровлю, как правило. То есть моменты течи могут быть. Здесь никуда не деться, поэтому если есть возможность поставить приставной дымоход, ставьте приставной дымоход, это самый лучший вариант. Поверьте мне, с моим опытом уже большим. Поэтому только приставные дымоходы, если есть возможность. Ну, снова же, все должно быть обосновано. Он дороже? Да, дороже, но он функциональный. Все, сейчас пойдемте на улицу, покажу вам, какую работу я там проделал. Увидите, расскажу вам особенности. Идем. Закончил я монтаж, вышел на улицу. И вот такой приставной дымоход у нас получился. Такие дымоходы я называю картинка. Почему картинка? Да потому что все идеально. Вставочки, тройничок. Сейчас подойду ближе, увидите, как получилось. Внизу какое подключение сделал. Все ровненько, красиво. Крыша чистая, свес не резанный. Для конца года, говорю, это ну, супер, что такой монтаж получился. 2,45 ушли мы в сторону и крепление поставили. Два штуки плюс нижняя опорная площадка. Теперь пошлите ближе, подойду.
Внизу стоит опорная площадка разгрузочная. Она идет к фундаменту. Ни в коем случае не крепите монтажные площадки вот на эту отмостку. Будет проблема. Отмостка гуляет. Поэтому ни в коем случае монтажные площадки, опоры нельзя ставить на отмостку. Это ошибка, и вы, если так сделаете, то очень сильно пожалеете со временем. Вот этот сборник конденсата, он съемный. А для чего он нужен? Для того, чтобы вы могли чистить дымоход. Раз. И для вторых, чтобы весь конденсат, а он есть, он стекал по всей трубе в самую нижнюю точку. Конденсат есть, никуда вы от него не денетесь. Вопрос в том, какое его количество будет. Поэтому при таком метраже почистить дымоход, наверх люльку вызывать, ну извините меня, это нецелесообразно. Поэтому обязательно в нижней точке ставится тройничок и сборник конденсата. Сборник ушел для прочистки, еще раз повторюсь. Тройник под 45 градусов, потому что у нас в горизонте здесь стоит 800, в начале 800 миллиметров, плюс еще пару углов от печи. И плюс еще добавьте два угла 45-х, потому что смещения вы видите какие. Обязательно я поставил, посчитал нужным 90 угол и врезка в тройничок 45-й. По тройнику я обзор вам делал, поэтому посмотрите в одном из видео. Тройник под 45 градусов утепленный. Потому что в нем есть особенности. Если его собрать неправильно, то у вас конденсат потечет вовнутрь печи. И тоже очень неприятный момент. Почему еще ушли мы в сторону, а не сразу из стенки? Потому что окно стоит. И заказчик попросил минимум 10 сантиметров. Это предельная точка была до откоса. Я сделал больше, сделал 35-40, по-моему, в районе 40 сантиметров. И мы ушли вверх. Наверху, если вы видите две планки, это хомут-оттяжка жесткая. Без нее никак. Поэтому она должна стоять. Неважно, какие вы их поставите, но крепления дополнительно должны быть. Потому что нагрузка на 45-е углы идет очень сильная. Вот. Реально, мне очень нравится эта работа, скажу так. Она мне принесла удовольствие такое эстетическое. Но такие дымоходы, к сожалению, ставятся сейчас редко, потому что они довольно, ну, дорогостоящие. Давайте я отойду немножко в сторону. Вы должны понимать, что дымоход не может стоить дешево. Поэтому и печка там в районе стоит 300 долларов. Дымоход в 3 раза дороже именно в этой комплектации. Поэтому делайте выводы. Перед тем, как купить печку, рассчитайте бюджет на дымоход именно и на печь. Потому что нельзя экономить на дымоходах. Лучше сэкономить на печи. Потому что дымоход вы поставили и забыли. Печки прогорают, дымоходы тоже прогорают, вопросов нет, вопрос времени. Но они стоят гораздо, именно вот эти, 115 на 200 в 1 миллиметр, стоят уже на протяжении 7 лет, они проверенные. Я в свое время торговал ими, и я знаю, о чем говорю. Сейчас я их монтирую. Все ровненько, по уровню, вдоль стенки. И грибок не поставил. Грибок не поставил, объясняю, по нормам они запрещены. Это раз. А во-вторых, хотите чистую крышу, не надо их ставить. Потому что если вы поставите грибок, то крыша у вас будет грязная. Как бы ни хотелось. Особенно здесь металл, на металл окисляется, и потом появляется ржавчина. Это очень некрасиво, очень неприятно, и со временем требует определенного ремонта. Поэтому, если есть возможность, не ставите грибки в приставных дымоходах. Это один из плюсов, потому что на одном дымоходе вы без грибка никуда не обойдетесь. Бывают случаи, когда можно поставить грибок. Я их тоже ставлю периодически, но должно быть обоснование, почему я их ставлю. Снова же согласие заказчика. Поэтому если вы монтажник, если вы строитель, обязательно согласовывайте эти моменты. Потому что по строительным нормам грибки не запрещены. Поэтому хотите картинку, ну, за картинку надо платить. Поэтому есть такая пословица, 2 раза сделай сам, а на третий закажи монтажника. Все, сегодня 31 декабря 2017 года. Объект я начал вчера, сегодня его закончил. Всех с Новым годом, всех, кто меня смотрит, всех моих подписчиков. Спасибо вам, вам интересно. У меня много секретов, я их не открываю, в силу того, что сегмент рынка довольно маленький.
Поэтому придет время, буду рассказывать более подробно, но не сейчас. Сейчас я показываю свои работы, моя задача показать, как есть, кто находится в регионах, не в Беларуси, не в Минске, не в Минской области, просто делятся видео, и мне приятно то, что мои видео показывают как пример. Поэтому, если с этой точки зрения, то мои видео полезны. Всех с Новым годом, всем побольше работы, всем хорошего настроения в новом году. И уделяйте больше времени семье. Работа, она никуда не денется. А мы без нее тоже никак не можем. Все, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов. Comment by. Встретимся в новом году. Конечно, заказывайте себе монтаж дымоходов. А все материалы, которые вы видите, вы можете у меня заказать. Пока.